Наши предки, помимо официального имени, дававшегося в церкви при крещении, обычно давали своим чадам еще и имена внутрисемейные, например, Неждан, Нежданный, Нечай, Нечаянный. Так появились фамилии Нечаев, Одинцов, Одинокий, Позднеев, Познев, Познов, Поздняков, Поздний ребенок. Нечаев Сергей Геннадьевич, организатор тайного общества «Народная расправа», автор катехизиса революционера, в котором утверждал, что революционная цель оправдывает любые применяемые средства. Даже к завлеченной им молодежи он, если и не чувствовал ненависти, то во всяком случае не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости. В 1873 году был приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости. Был прототипом Петра Верховенского в романе Достоевского «Беса». Нежданова Антонина Васильевна, певица, лирико-колоратурная сопрано, народная артистка СССР, доктор искусствоведения, герой труда, крупнейший представитель русской вокальной школы. С 1902 года в Большом театре выступала свыше 30 лет. Среди ее партий – Антонида, Иван Сусанин Глинки, Марфа, царская невеста римского Корсакова, Виолетта, Травиата Верди и другие. Много концертировала, была профессором Московской консерватории, удостоена государственной премии.